Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, заходим в задание и забираем свои награды. За открытую колоду и за серию испытаний. А теперь переходим на нашего супер-шреддера и ищем для него... А что мы ищем? Наушники, конечно же. Так, поехали. 8 штук. Это немало, поверь мне. Так, неужели ни одни не выпадут? Ага, есть. Раз. Так, еще 7 надо. Вторые. Так, опять эта зеленая колба лезет, а? Ну ты посмотри на нее. Везде она. Куда ни плюнь, везде эта зеленая колба. С соплями, видимо. Да чтоб тебе, а? Ну, ты посмотри. Короче, не дадут они мне насобирать наушники из-за этой зеленой колбы. Я пытаюсь, я стараюсь, но, видимо, не успеем. Так, по-моему, уже я выполнил задание. Так, все, хорош. Наушников больше мне не надо. Хотя тут 3 штуки. Ладно, фиг с ним, уговорили. Будем пробовать. Так, у меня сколько? Пиццы хватает пока. Еще 2 наушников находим, и все будет тип-топ. Что-то мне подсказывает, что у нас кончится быстрее пицца. Ну хорош уже этой колбой меня кормить, а? Ну серьезно. Колба. Все, друзья мои, нашли. Все, завязываем. Так, ну что, прокачиваем до 3-й ступени. Мутагенная формула. И дальше у нас что? 10 пунктов нужно будет найти и 6 комиксов. Но я думаю, что с этим будет немножко попроще нам. Так, забираем здесь опять же награды. Поднять уровень персонажа. У нас сколько мутагена? 25 тысяч. Иди сюда, Шреддер. 74 уровень он получает. И мы забираем с тобой последние награды. Все, друзья мои. Так, переходим с вами в магазин. Подожди. А, тут у нас колода еще одна. Ну, давай. Возьмем ее. А теперь прямиком на арену. Так, я нахожусь в данный момент Лига Самураев 3 звезды, ранг 12. Сбросили меня очень хорошо. Но мы с тобой сдаваться не будем, а как обычно будем подниматься все выше, выше и выше. Так, ну что, 49-й, 51-й уровень. Большие риски. Так, это что у меня? Леонардо отыгранный? Хорошо, предположим. Я, знаешь, что боюсь? Что Майки успеет меня опередить. И знаешь, что он может сделать? Он может повесить уклонение. Но, правда, 49 уровень, я думаю, что не спасет от моих бойцов. Но вот Кирби меня, конечно, не очень здесь радует. Так, ну давай, Армагуша, не подведи меня. Солидно. Ну, это было имбово, ребята. Я, в принципе, как бы и не сомневался, что Армагон. Но я думал, что Майки все-таки сделает первый свой ход, но не тут-то было. Так, друзья мои, мы вернулись с вами в Лигу Сёгунов. Пока лишь одна звездочка. Ну что, попробуем с тобой сигануть сегодня до Сёгуна 3 звезды. Вот так вот я хочу. Так, ну что, у нас 53-й, 54-й максимальный уровень. Возьму здесь Криса Брэдфорда плюс Железноголового. А вместе с ним пойдут такие, как Крип. Так, подожди, хотя да, возьмем его, пожалуй. И, наверное, я возьму сюда морзильную кошку. Я специально, друзья мои, делаю рискованные такие ситуации, чтобы, как говорится, пощекотать себе нервы. Ну что, давай попробуем. Во-первых, я сразу поставлю себе доп. Защиту. С ней будет как бы поувереннее, да? Плюс ко всему мы с тобой сделаем... А давай ускорение. Ой, ускорение, усиление атаки. Норм. Так, теперь еще ускоримся. Вообще шикарно. И настало время. Что ты делаешь, Майки? Успокойся. Ну, голубь. Так, тут два варианта. Либо мы сейчас бомбим с тобой, либо мы берем провокацию. Я хочу бомбануть. Хоба. А упали-то не все. А ну-ка давай-ка попробуем с тобой. Да ладно. А если так? Донни упал. Ну и этого шибзика мы с тобой сейчас должны, в принципе, завалить. Выйдет? Да, вышло. Ну что же, риск, грубо говоря, оправдался. Ну и мы с тобой двигаемся дальше. Я, конечно, мог бы здесь, ребята, вообще пройти без проблем. Взять Леонардо или Усаги и все.
Но нет, сделать я захотел почему-то этот бой более интересным. Так же, как и следующим. Дайте-ка мне только побольше кубков. Дают 15-19, а этого мне недостаточно. Мне нужно 15-20 или 16-20. Ладно, хорошо, давай вот возьмем с тобой Ваньку. Во, Ванек. Сюда я возьму Майки, Рокзара. Возьму сюда Шреддера, супер, конечно же. И, наверное, вот так. Ну что, посмотрим. Я делаю здесь большую ставку на Рокзара плюс Супер Шреддер со своим отхилом. Ну, а дальше у нас, как говорится, пойдет вся вот эта вот массовая атака, уклонение и все бафы. Рокзар в стоечку, окей. Так, ну что, понеслась. Шреддер наш бомбит. Неплохо, минус двоечка. И да, я думаю, что Супер Шреддер сейчас все-таки тут ушатает всех. Да, все-таки это, ребята, имбовый удар. Я еще раз в этом убеждаюсь. Я боюсь даже представить, что будет на шестой ступени, если его прокачать. Он будет просто всех нагибать, ты понимаешь? Это будет чуть ли не один из топовых бойцов. Правда, с одной всего лишь массовой атакой. Ну что же, двигаемся с тобой дальше. И у нас тут Тарик. Ну давай, Тарик, фиг с тобой. Так, берем сюда Зека, Донни возьму и Джастина со своим запахом изо рта. Так, 56-й. Рисковать не буду здесь особо сильно. Возьму, наверное, Лео 50-го уровня, плюс Паукуса и, наверное, Тимати. Ага. Наверное, больше я никого не возьму, потому что у меня все фулка забита. Опасаюсь Хана. Вот кого-кого, а именно его здесь опасаюсь. Замедляшка. Так, Паукус давай. Отлично, меткость понизил. Ну, Донни, я думаю, что ты добьешь их всех своими сюриками. Да, ребят, козырно получилось. Ну и мы с тобой отправляемся дальше. Я сегодня хочу дойти, как я уже говорил, до Лиги Сёгунов 3 звезды. А там уже неважно, 50-е место или еще какое-нибудь. Главное дойти. Слава богу, у нас с тобой откатов хватит. И если что, мы будем их применять. Так, что, очередной у нас с тобой бой. 15-20, я вижу здесь Нонг. В принципе, команда неплохая. Возьму сюда Бакстера Стокмана. К ним приплюсую Змейка Бьюна вместе с Карайкой. И возьмем, наверное, вот этих бойцов. Есть риск очень большой, ребята, что Крис Брэдфорд нас накажет. Нет, даже Карайка, скорее всего. Карайка накажет, точно. Поэтому убираем. И вот так вот делаем. У Карайки, не забывай, инициатива офигенная. Плюс она бросает кунаи. По всем, массовая атака. Также здесь Донателло. Тоже имеет массовую атаку, но еще плюс отхил. Так, моя Караечка. Моя Караечка не покарала никого. Ну-ка, а так если... О! И сразу становится обидно, что я взял в эту команду Змейка Вьюна, да? И, как говорится, Змею Карай. Потому что они просто... Ну, просто-напросто простояли тупо, а могли бы действительно где-то сыграть свою роль. Так, ну что, у нас тут Максим, смотрю, да? Максимка. Раз, два, три. Раз, два, три. Шархан плюс Сплинтер, блин, фигня получается. Да? Пробьют ведь. Хотя, ты знаешь, если здесь есть Рафаэль, и он встанет в стоечку, то вряд ли кто-то здесь пробьет. А вот он покарает жестоко. Так что давай попробуем. Вначале Шархан делает свой ход. Отлично, минус, как говорится, броня у всех практически. Плюс Рафаэль берет стойку. То есть это уже как бы защита фул. Плюс ко всему я, наверное, сделаю баф от учителя Сплинтера. Ты что-нибудь видел, чтобы что-то бафнулось? Я не видел, друзья мои. Давай, наверное, вот сюда плевок сделаем. Тыч. Нормуль. Так, теперь массовая атака от Майки. Какой же он слабый, а? Хил, что ли, врубает? Точно, друзья мои, отхилил. Причем, смотри, какой хил сделал. Оу-оу-оу. Бафики пошли. Так, что дальше? Еще защита. Зашибись. Ну, Рафаэль, конечно же, тут справится со всем этим делом. Сам понимаешь, да? Минус, Ванюшенька. Пока. Так, морозильная кошка, ты меня нервируешь. А, минус. Так, теперь попробуем Донни пробить. Ну-ка. Сплинтера не получилось, к сожалению. Ладно, а так если... Ух. Ну, муха, как всегда, ребят, в своем репертуаре. Да ладно, Майки, ну что это за дела? Зря ты так сплинтер делаешь. Ой, зря, зря балуешь. Опа, сюрики пошли.
повезло. А вот Донателло не повезло. И добиваем сплинтера. Все, друзья мои, тут все великолепно у нас получилось. И мы с тобой двигаемся дальше. Я думаю, что мы уже перейдем даже на две звезды. Лига Сёгунов, Ринс, две звездочки. И местечко у нас 82-е. Слушай, ну тут в любом случае нам с тобой придется брать откаты. В любом случае. Как бы я не хотел или хотел, все равно придется. А знаешь почему? Потому что мне больше некого отыгрывать. Только вот слабеньких. А если мы хотим отыграться ими, нам придется с тобой брать, естественно, имбу. Только за счет нее мы с тобой можем как-то здесь продвинуться. Другого варианта просто нету. Ну что, Усаги побежал. Побежал и навалял. Я надеюсь, навалял. Не навалил, а навалял. Ребят, не путайте. Так, ну-ка, минус и... Ну, постепенный урон, естественно, свое дело делает. Безукоризненно. Ну, а мы с тобой продвигаемся. Я думаю, где-то место 58-е, 65-е, где-то такое должно быть. Хотя нет, что-то я, ребят, заврался. 61-е его. Ну что, погнали тогда дальше. 15-20 все-таки у нас держится. Это у нас Томми. Придется тратить два отката, ребята. Ну, другого варианта пока нету. Два отката. Ага. И мотогеноид. В принципе, вот эти вот троечку, которую я последних беру, это идет чисто для довеса, ребят. Здесь будет достаточно одного Усаги и Лео. Все. Но нам нужны кубки. Ты видишь, как шикарно все вышло. И добиваем с вами майки. Видение. Двигаемся дальше. Я не знаю, ребят, сегодня будем испытание проходить какое-нибудь. Можно, в принципе, девичью силу, но девичью силу можно оставить на потом. Мы знаем, что, да, с закрытыми глазами мы ее проходим. Может быть, даже и трогать-то не будем. А вот то испытание надо будет, ребят, пройти. Так, Лео, Усаги. Раз, два, три. Сегодня, друзья мои, полдня сосед со своим перфоратором что-то там сверлил. Не давал мне, короче, даже поиграть спокойно. Вот выдалась у меня минуточка. Я в перерыве, так сказать, между его долбежкой решил поиграть. Так что если в неподходящую минуту вы услышите звук перфоратора, вы уж не пугайтесь. Это вот так вот соседушка балует. Мне, естественно, придется, ребят, нажать на паузу, переждать этот момент и продолжить. Так, ну что, 19 место у нас с тобой. Так, что-то у нас задержалось, да? 15-20, 15-20, вот, 16-21. Майкун, кстати, он уже у нас был, по-моему, в прошлой серии. Я уж точно его помню. Так, раз, два, три. 62 уровень, да, мы с тобой спокойно живем до 70-го, 79-го даже, да? После этого уже придется кого-то брать третьего из зимбовых, но у меня их нет, я их всех слил. Ну и ладно. Откаты уж я точно не буду тратить. Так, вот здесь немножко, ребят, щекотливо, хотя Лео должен шатать. Отлично. Все великолепно. Этот Рокстеди, кстати, здесь радовался больше всех вместе с Рафаэлем. Ну, потому что у них уровень слабенький. И да, мы с тобой в Лиге Сёгунов 3 звезды. 98 место. И мы продолжаем. Возьмем с тобой Женьку. Возьмем Женьку. Раз, два. Ну, я думаю, еще, наверное, пару боев. И все, и будем уже переходить с тобой на испытания. Так, слэш. Ну, давай, поехали. Тут остальными просто нет смысла вообще играть. Воу. Ничего себе. Усаги, ты что-то сегодня в ударе, да? Смотри, как он рубанул всех, просто кританул, что ли. Всех отправил сразу же туда, к праотцам. И у нас 79 место. Так, ну что, последний бой, наверное, с тобой сделаем сейчас. Последний бой. В бой идут, как говорится, одни старики. Раз, два, три. Поехали. Надо как-то черепашки космос мне прокачать. Они уже, честно говоря, засиделись, да? На четырех звездочках. Поехали. Да у нас все с жетонами как-то не получается. Ни с жетонами, ни с монетами. Все очень медленно копится. Так, отлично, Макман выжил. Но это ненадолго.
Все, друзья мои, переходим с вами в испытание. Сейчас посмотрим, какое место у нас. Что я там занял. Так, и это у нас 59-е место. Все, отлично, меня вполне устраивает. Ну что, переходим с тобой на испытание. И возьмем классическую бойню. 3 дня, да, у нас до усиления технодрома. Ну что, друзья мои, вот этот бибоп, вот этот рокстеди и вот этот шреддер с крэнгом нам нужен. Так что вперед с песней. Поехали. Так, ну здесь все довольно легко и просто. Вообще, я сейчас ставлю просто на автобой, и мои ребята разбираются с ними на изи. Тем более здесь 3 волны, и первый, кто нас встречает, это мелкие маузеры противные. Все, мы их разбомбили. На-ка, получи. Ну вот и все. Переходим на последнюю, 3-ю волну. Разборочка. Так, бибопчик упал. Ну и эти, соответственно, тоже ребята падают. Вот и все. Нормуль, нормуль. Двигаемся тогда с тобой дальше. Сейчас я получаю ДНК на бибопа классического. А дальше идет классический рокстеди, который тоже мне нужен. Потом, по-моему, 3 боя будет холостых. Ну, как холостых? Они не холостые бои-то, но ДНК, которую нам будут давать, они мне не нужны. Мне нужен только вот шреддер и крэнк. Так, а 9-ю силу, я не знаю, ребята, стоит ли вообще ее проходить, тратить, как говорится, сыр. Или, может быть, все-таки здесь попробовать пофармить. Здесь можно вытянуть ДНК на бибопчика. Потом ДНК на рокстеди. И вот я не помню, вот если мы с тобой, например, последнее испытание проходим, можно там вытащить на крэнга? По-моему, можно. Ну что, эпизод 3, поехали. Тут тоже все легко. Опять же, уровень будет слабенький у них. Вот так. Отлично. Так, двигаемся с тобой далее. 30-й уровень врагов. Так что все, ребята, хорошо. И последняя у нас с тобой здесь волна. Ну, тут видишь, бибоп, рокстеди, 2 кланфутовца. Причем один с мечом, другой с пушкой. И, да, добили. Прошли. Так, переходим с тобой на 4-й эпизод. Получается, да, у нас Донателло классика. Тут у нас получается Леонардо классика, потом Рафаэль, Микеланджело. А всего 8 эпизодов. Ну что, поехали. Поехали, сейчас быстренько с тобой пробежимся. Там уже, я слышу, сосед начинает что-то подстукивать. Сейчас начнет пилякать. Не хотелось бы, чтобы прям во время боя началась вот эта вот тягомотина. Так, нормуль. А, тут 2 волны. Я забыл, что здесь у нас шреддер босс. Ёлки-палки. Ну давай, давай, выходи. Засиделся ты на своем там 6-м канале. Ребят, мы его порвем, понимаете сами, да? Просто тычи все. Вышел тут, называется. Блин, ну мне нравится вот у него костюмчик, да? Вот эти вот наручи с шипами, маска, кура как будто. И Леонардо классический у нас падает в карман. Не забывайте, что эти ребята у нас прокачаны по полной программе, так что особой ценности для меня не имеет. Но для вас, дорогие друзья, кто еще не получил именно этих героев, это, поверь мне, имеет очень большую ценность. Ну, как тебе сказать, я просто привык вот к этим черепашкам, именно вот этого класса. Конечно, может быть, есть смысл прокачивать чисто оригиналов, или чисто, например, классику, или чисто, например, космических черепашек, но мне почему-то именно вот эти 4 нравятся. Потому что здесь есть отхил, даже 2 хила, да, плюс уклонение, массовая атака и провокация, что самое главное. Они чем-то похожи на оригиналов. Чем-то похожи, ребят. Но эти все-таки, мне кажется, покруче будут. Хотя раньше я думал, что оригиналы считаются одними из сильных, наверное, черепашек.
Возможно, я заблуждался, а возможно и нет. Просто они у меня не прокачаны по фулке, и ничего тебе толком сказать не могу. А про этих черепашек я тебе могу сказать много чего. Да и говорить не надо, ты сам все прекрасно видишь. Единственное, что не прокачан у меня Майки и Донни. Хотя бы Донни вот до 90 уровня поднять. А то он, ну, по атаке совсем, ребята, слабенький. В защите еще что-то он себе представляет, а вот в атаке, к сожалению, нет. Так, ну что, мы с тобой переходим дальше. У нас Рафаэль классический падает нам в руки. И остается Майки, да? Из классических. А там уже классический Шреддер и, конечно же, Крэнк. Фух. Крэнка хочу, ребята, еще получить. А потом, как говорится, я уже успокоюсь. И останется там Пита прокачивать, Кожеголового. Таких уже персонажи, но там попроще, там можно будет это все за жетоны приобретать. Так, ну-ка, опа, молодец, Донни, но не добил, к сожалению, да, ты этого бибопчика. Оглушение получил Рафаэль. Да. Рокстеди. Ну, ребят, клан футовцы, это понятно, все ерунда. Я не знаю, сегодня хочу попробовать поиграть еще в безумных черепашек. Попробовать справиться все-таки со Шреддером, на котором мы с тобой остановились. Чуть-чуть я там подкачался, чуть-чуть там прибавил по уровню. Но мне кажется, в приключении я навряд ли его смогу одолеть. А если я не смогу его одолеть, то и смысл тогда снимать серию, да? Наверное. А за кадром, если я буду, а вдруг пройду его. Блин, вот и что хочешь, то и делай. Так, ну-ка давай-ка. Динь-динь-динь. Да, вот видишь, Донни, какой слабенький. Пумс. Так, ну я думаю, что ему крышка. Все, ребята, четвертая волна. Вот она, вся шайка-лейка ихняя. Бибоп, Рокстеди и Шреддер. Оу, Рафаэль делает ярость Рафа. А этот тоже бафается. Не кисло. Зря. Ой, зря ты, Бибоп, так делаешь. Ну давайте, что, на кого он бежит? На кого ты бочку катишь? О, у нас Сплинтера, прикинь. Так, ну что, минус Шреддер. Минус Бибоп и Рокстеди минус, все, ребят. Ну что же, это получается у нас сейчас Шреддер классика, да? Попадает к нам в карман. А, нет, это еще только Майки классика, елки-палки. Вот они, последние эпизоды, 7 и 8. Ну что ж, давай попробуем разрулить. Уровень какой здесь противника, давай посмотрим. Воу-воу-воу, 70-й, слушай, здесь, наверное, мне придется самому рубашить. Потому что я боюсь автобой здесь напортачит делов. Так, этого мы, естественно, обычный добьем. Я баф сделаю. Получается, только на защиту, да, выпала нам. Но зато запрет на отхил. Хорошо, бежим с тобой на вторую волну. Тут у нас кто? Консервные банки плюс клан футовцы. Так, один минус. Надо вот эту банку, наверное, разнести. Надо было вот эту бомбить. По ней почему-то, ребят, повышенный урон. Давай так вот сделаем. Мне нравится, что Сплинтер, мало того, что он контратаку делает, да, он еще может, ребят, понизить атаку. Все, шикарно. Переходим с тобой на третью волну. Смотрим, что у нас здесь. Опять же клан футовцы, один маузер. Ну-ка, давай вот так сделаем. Неплохо. Вот сейчас неплохо было. 70 уровень, ребята, завалил Донни. Так, и этого сейчас... Ах ты, паразит. Все-таки крик сделал свой. Четвертая, предпоследняя волна. И кто у нас тут? Опять те же самые братья, да? Братья-враги. Давай-ка попробуем по Шреддеру так звездануть. Да. А если мы вертушку сделаем? Вот, совсем другое дело. И кто у нас тут? Технодром. А на нем? А на нем Крэнк, естественно, друзья мои. Ну, выходи. Ну, тут мы его, конечно, с тобой очень быстро распетрушим. Что он тут? Тын-тын-тын, что-то там кричит. На кнопочки понажимал. И думает, что ему все можно. Нет, ребят, ничего ему нельзя. На-ка.
Теперь апперкот с постепенкой, надеюсь. Нет, постепенный урон не повесили. И Лео добьешь. Чуть-чуть не хватает, да? Сплинтер, нормуль. Ну вон, друзья мои, упал. Так, подожди, а что же у нас тогда будет на последнем эпизоде? Там, получается, наверное, будет Крэнк со всей своей свитой, да? Я имею в виду, там будет и Шреддер. О, классический, отлично. Там будет и Шреддер, и Бибоп, и Рокстеди. В общем, все, получается, наверное. Ну да, скорее всего, так и будет. Все вместе. Уровень 80. Ну, то есть, ребята, вы делаете выводы, что в зоне риска у меня сплинт. А нафиг я его взял? Ой-ой-ой, вот это я, ребята, сглупил. Мне сплинтер-то здесь вообще не нужен. Ёлки-палки, мы сейчас вот, кстати, из-за него можем сфейлиться. Вот это я, да, чуданул, конечно. Так, ладно, не будем пока расстраиваться раньше времени. Будем пробовать бомбить. Уклоняшку я, ребят, сохраню. Так же, как и провокацию Рафаэля. Она нам пригодится уже более на позднем, так сказать, волне. И хил от Майки тоже прибережем пока. Так, ну, здесь клан фотовцы. Единственное, что, ребята, они могут делать сейчас свои массовые атаки. Тоже не есть хорошо, конечно. Ну-ка, ушатаешь? Молодец. Так, а этого? Ай-яй-яй, чуть-чуть не хватило. Ладно, Майки, добивай его. И этого. Вот, начинаются массовые атаки, ребята. Так, Раф, отлично. Переходим с тобой на третью волну. Можно было бы, конечно, ребята, применить суперудар массовый, но он нам еще пригодится. Так, кричи, да? Надо хилять срочно. Срочно сплинтеры, ребят, хиляем. Иначе упадет. Я боюсь, он в конце все-таки упадет у нас. На последней волне. Ну смотри, что дело, а? Вот жучара. Специально было сделано. А вот сейчас придется либо уклонешку врубать, либо провокацию. Потому что здесь будут в плане. А я, честно говоря, думал, что здесь уже будут вот эти вот Биба, Проксиди все. Нет, значит, на последней волне они все воссоединятся. Ну-ка, давай тогда вот так сделаем. Неплохо. Так, начинается, да? Ага, еще и броню настакали. Слушай, хорош. Смотри, что делает, а? Ладно, попробуем на... Фигню я сделал, конечно, на самом деле. Давай берем провокацию, короче. Не буду я здесь рисковать. Риск тут вообще просто неоправданный. Уклонение. Ну, когда будет последний уже, да, моб, мы с тобой будем ставить уклоняшку. Тут еще этим нужно броню сбить. Ага. Так, этому тоже сбивай. Все, я хиляюсь. Потом следом я ставлю уклонение. И добиваем с тобой вот этих вот роботов. Сейчас разочек. Ну, давай здесь попробуем так вот. Наотмашь. Да ё-моё, ну что ты, ну. Ну, а вот, ребята, и последняя волна. Вот они все стоят. У нас с тобой массовые атаки есть? Есть, поехали. Начинаем именно с них. Хоба, минус Шреддер, отлично. Так, валим с тобой Бибопа. Нормуль. Так, Крэнк, Крэнк, не надо тут выпендриваться. Ты да чего? Изи. Я, честно говоря, не думал, что вот так вот все будет. Чё-то мы их тут разбомбили, распетрушили. Вообще, с полоборота. Это прекрасно, ребята, это очень прекрасно. Ну что ж, мы с тобой забираем тогда ДНК на Крэнга. Вот он. Так, и сколько у нас с тобой? 20 сыра. Ну что, будем рисковать? Я думаю, что стоит. Поехали. Ну ё-моё, ну почему Майки? Ну, да ёлки-палки, Рафаэль. Майки и Рафаэль, зашибись. Нет, чтобы Крэнг и Шреддер. Выпали мне тоже. Ну ладно, ладно. Так, что у нас там с тобой по боевке? Давай посмотрим. Девичья сила, стоит ли? Друзья мои, ну стоит только вот ради Алапекс и ради Шинигами. А, Кунаичи еще. Да, мы с тобой пройдем, но это уже будет
в следующей серии. Да? Да. Ну а на этом, друзья мои, я закругляюсь. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.